Сказка про яблоко. Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони еще висело одно единственное последнее яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь. Кра, кра! Смотрит заяц. На елке сидит ворона и смеется. Эй, ворона! Крикнул заяц. Сорви-ка мне яблоко. Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала. Упало оно вниз. Спасибо тебе, ворона! Сказал заяц, и хотел было яблоко поднять, а оно как живое вдруг зашипело и побежало. Что такое? Испугался заяц, а потом понял. Яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Еж с просонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючки нацепилось. «Стой! Стой!» – кричит заяц. «Куда ты мое яблоко потащил?» Остановился ежик и говорит. «Это мое яблоко. Оно упало, а я его поймал». Заяц подскочил к ежу. «Сейчас же отдай мое яблоко. Я его нашел». Ворона подлетела. «Напрасно спорите. Это мое яблоко. Я его себе сорвала». Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит. «Мое, мое, мое!» Крик, шум на весь лес. Уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула. Еж зайца иголками уколол, а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет. Что такое? Что за шум? Все к нему. «Эй, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть». И рассказали медведю все, как оно было. Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил. «Кто яблоко нашел?» «Я», — сказал заяц. «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я», — каркнула ворона. «Хорошо, а кто его поймал?» «Я поймал!» – пискнул еж. «Вот что!» – рассудил медведь. «Вы все правы, и потому каждый из вас должен яблоко получить». «Но тут только одно яблоко!» – сказали еж, заяц и ворона. «Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку». И все хором воскликнули. «Как же мы раньше не догадались!» Ёжик взял яблоко и разделил его на 4 части. Один кусочек дал зайцу. «Это тебе, заяц. Ты первый яблоко увидел». Второй кусочек вороне отдал. «Это тебе, ворона. Ты яблоко сорвала». Третий кусочек ёжик себе в рот положил. «Это мне, потому что я яблоко поймал». Четвертый кусочек ёжик медведю в лапу положил. «А это тебе, Михаил Иванович». «Мне-то за что?» – удивился медведь. «А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил. И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо. Никого не обидел».